Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD, и мы вам рассказываем о тех проблемах, которые существуют в Гагаузии. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как коррупция, ее негативных влияниях на все сферы общественной жизни. И хочу вам напомнить, что для того, чтобы быть в курсе событий, подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях. И сегодня наш гость, начальник представительства офиса народного адвоката в Камрате Светлана Миронова. Здравствуйте, Светлана Андреевна. О коррупции говорят в последнее время много. Я бы даже сказал, что, может быть, это не очень уместный термин, но такой модная, стала модная тема, потому что уже, во всяком случае, на протяжении минимум 30 лет независимости все власти, все политические партии, альянсы, которые приходили в власти, все декларировали о том, что нужно заниматься и противодействовать коррупции. В это негативное явление и борьбу с ней были вложены огромные деньги от наших международных партнеров, но, к сожалению, нужно констатировать, что, наверное, больших успехов Молдова в этой части так и не смогла добиться, хотя нужно признать, что законодательство в этой части достаточно прогрессивное и соответствует каким-то, мировым стандартам, в том числе и европейским. Я хотел бы, чтобы мы поговорили на эту тему не только с точки зрения законодательства, но и тех пагубных явлений этого коррупции на различные сферы жизни человека и в том, куда можно обратиться людям, если они сталкиваются, к примеру, с такими требованиями со стороны каких-либо должностных лиц. И, Светлана Андреевна, вот если мы будем говорить о законодательстве, оно, на ваш взгляд, сегодня, насколько оно соответствует тому, чтобы это явление, если не ускоренить, как минимум максимально снизить его распространение или негативное влияние? Да, действительно, с точки зрения предотвращения коррупции, борьбы с коррупцией в плане законодательном было сделано немало. Были приняты целые пакеты фактически законодательных актов, которые направлены на борьбу с коррупцией. Это действительно стало следствием того, что Молдова объявила себя, по крайней мере, движущейся в плане ассоциации с Европейским Союзом и, естественно, потенциальное, возможное, скажем так, пока не будем комментировать это членство в Евросоюзе, конечно же, ставит одну из задач. Прежде всего, Молдова должна обеспечить права человека, Молдова должна бороться с коррупцией, победить ее фактически, а Молдова должна стать привлекательной с экономической точки зрения, то есть фактически эта задача нам ставится в том числе для того, чтобы стать будущим членом Евросоюза. И именно поэтому и были приняты эти законы, были переработаны все то, что было до сих пор. И посмотрите, у нас на сегодняшний день не звучит в названиях, по крайней мере, может быть, для того, чтобы не вызывать уже в такое противодействие. Если раньше был закон 95-го года о борьбе с коррупцией, то на сегодняшний день уже закон о неподкупности. То есть термин «неподкупность» будет в себе объединять достаточно много составляющих. Это и законодательство, которое сегодня, закон, который продолжает меняться, кстати, достаточно новый, интересный. Это закон об осведомителях по неподкупности, в него продолжают вноситься изменения, так как уже посмотрели, каким образом будет работать. Ну и ряд других нормативных актов. Ориентировочно можно сказать, что с 2014 где-то года достаточно много подвижек в этом направлении, законодательном. Да, скажем так, коррупция на сегодняшний день криминализирована, то есть в том смысле, что в Уголовном кодексе есть ответственность и за дачу взятки, и за то, что принимают взятку, и за злоупотребление своим служебным положением, и ряд других статей Уголовного кодекса, которые прямо говорят об ответственности. То есть с точки зрения законодательства у нас все более-менее нормально.
Другой вопрос, что опять же, именно из-за нее родимой коррупции фактически у нас единичное количество случаев, когда действительно то или иное должностное лицо наказывается в соответствии с законом. Естественно, что когда общество не видит ответа на то, что провозглашено, не видит результативности вот тех громких обвинений, громких расследований, в том числе, которые появляются в средствах массовой информации, то, конечно же, возникает законный вопрос, а дальше что? Конечно же, появляются и будут жить долгое время те пословицы, которые оправдывают коррупцию, что, например, рыба гниет с головы, и если тебе дают, надо брать прежде всего и так далее. То есть народ уже дал свое объяснение тому, что происходит. И, естественно, как это ни парадоксально, причин тому, что коррупция и дальше будет процветать, конечно же, много. И это не одна причина. То есть нельзя... Даже так скажу, не зря коррупцию всегда изображают в виде гидры многоголовой. Почему? Потому что отсекаешь одну голову, вырастает другая, и даже несколько сразу. Поэтому это явление достаточно сложное, и с ним нужно бороться во всех сферах деятельности жизни государства. И не зря, скажем так, уже обратили внимание на то, что в развитых государствах, экономических развитых, государства явление коррупции меньше, чем нежели те государства, которым нужно еще много-много работать над экономическим благосостоянием населения. Светлана Андреевна, вот знаете, у меня всегда возникает такой обывательский мысли, потому что да, вот мы говорим много о коррупции, есть теоретические понятия, есть то, что понимает каждый из нас по-своему это явление, исходя из того, с чем ему приходилось сталкиваться. Но вот недавно мы проводили Anti-Corruption News Camp, где вы приводили одну игру, раздавая карточки участникам, где они должны были объяснить, там, является ли это, по их мнению, допустим, там, подарком или продукты нет, или ручка, там, является ли это предметами коррупции. Вот если сегодня, чтобы мы не говорили о каких-то высоких материях, а попытались людям объяснить, где грань того, что можно считать, допустим, подарками и благодарностью, а что все-таки является взяткой или, допустим, злоупотреблением тем или иным должностным лицом или тем или иным служащим, который должен оказать это в рамках действующего законодательства своей функции. Самое главное отличие подарка от взятки. Предоставляя подарок, вы ничего не хотите взамен. Вы просто, как у нас говорят, действуете от чистого сердца, вам просто захотелось. И, как правило, эти подарки не несут большой экономической нагрузки. То есть это действительно такой маленький символический, скажем так, презент. Еще раз повторяю, ничего не требуется ни от самого чиновника, ни от его родственников. Вот это одно из самых-самых главных отличий. Но при всем этом, смотрите, независимо от того, что бы вам, скажем так, не преподнесли в виде того же подарка, абсолютно каждый предмет должен быть в обязательном порядке задекларирован. Уже другой вопрос, каким образом дальше действовать с этим предметом, то есть каким образом оценивать его стоимость, что с ним делать, отдавать его обратно этому чиновнику, либо искать хозяина, либо на хранение складывать, это другой вопрос сейчас. Самое главное, что должны запомнить наши люди, что вы никому ничего не обязаны носить. Не в виде подарка, не тем более в виде взятки. А почему? Потому что тоже фактически, больше, наверное, мое мнение, одно из возможных объяснений того, почему все-таки коррупция продолжает у нас процветать, это обыкновенно человеческая лень, с одной стороны. Нежелание выполнять взятые на себя, в том числе, обязательства. Ну, посмотрите, один из примеров. Водитель, который едет за рулем в своей собственной машине, знает прекрасно, что он чего-то там в машине не доделал. У него нет аптечки, он превысил скорость, например. Каким образом он решает эту проблему? Ведь он не идет на в соответствии с законом на то, чтобы купить аптечку, например, проверить техническое состояние. Ему легче в документы положить определенную энную сумму денег. А мы хотим, скажем так, получить какой-то документ. У нас горит. Почему? Потому что мы не вовремя обратились.
мы находим нужных нам людей для того, чтобы ускорить разрешение этого своего вопроса. И... вот здесь интересный момент. Допустим, в структуре агентства публичных услуг срочное получение документов включены в тарифы. Не получается ли это, что государство в каком-то, на каком-то своем этапе, да, реформировать даже эти структуры, вместо того, чтобы оптимизировать и сделать процесс получения этих документов более открытым и доступным, ну, как минимум, узаконила какие-то моменты, связанные, ну, которые нужно было решать, скажем так. Да, помните, был всегда распространен такой афоризм, что через гастроном, да, в советское время, который остался и у нас в обиходе сейчас этот афоризм, то есть раньше... Хотел ты документы, как вы говорите, нужно было. Сейчас ты можешь заплатить, получить их быстрее. Ну, давайте посмотрим, что, в принципе, государство должно реагировать на наши интересы. И действительно, что если есть определенный механизм, ну, допустим, с теми же документами, опечатание самих банков, проверки той или иной информации, и этот механизм занимает определенное время, значит, естественно, установлены временные рамки, в течение нормальные временные рамки, когда это можно сделать не спеша, не допуская ошибок и все остальное. А если тебе очень сильно надо, то государство готово, скажем так, пойти тебе навстречу, но за, да, определенную плату. Сказать, что тогда этот механизм... Чем отличается тогда эта услуга? То есть, ну, она... Здесь получается так, что в принципе сдвигаются все остальные сроки, понимаете? Поэтому, ну, наверное, все-таки нельзя говорить о том, что это узаконенная коррупция в прямом смысле слова. Но если, да, в принципе, в каком-то смысле говорить, что если есть возможность изготовления достаточно быстрого количества документов в короченные сроки, то, естественно, что это может быть разрешено на уровне определения цены, может быть, не такой высокой, не как это все остальное. То есть здесь, когда мы говорим о документах, должно быть более точно понятно и прозрачно, а что входит в эту цену. Да? Вот мы платим, допустим, там 130 лей за удостоверение личности. А что входит в эту цену? Вот тут, на этом плане, почему всегда говорим о прозрачности? Абсолютно каждый момент должен быть ясен и понятен людям, независимо от уровня его образования, уровня там, интеллекта и все остальное. Прозрачно и понятно должно быть. А в последнее время такой вот прозрачной информации не хватает. Естественно, что люди додумывают какие-то моменты, естественно, где-то... Создается впечатление не очень приятное. Светлана Андреевна, насколько я знаю, скоропостящие продукты не являются предметом взятки, да? Не являются. Не являются. А, допустим, если мы предположим, что это, ну, туша теленка, которая там, ну, 50 килограмм мяса, да? То есть мы понимаем, что рыночная стоимость или 100, это превышает там какие-то пределы. Тогда этот скоропортящийся продукт, простите, будет взяткой или будет оставляться не в форме взятки? Здесь условие какое? Не только то, что есть у нас перечень предметов, которые не являются взяткой, но и общая стоимость. А общая стоимость всего лишь 1000 лей максимум за в течение одного года. То есть фактически... То есть на одного служащего или на... На одного человека. На одного человека до 1000 в течение речь года. Речь идет о гражданине, если... или... Это мы говорим о должностном лице, занимающем определенный пост. То есть от всех, допустим, своих клиентов или людей, которые нуждаются в его услугах, он может получить в течение года... Теоретически до 1000 лей. Вот таких вот подарков до 1000 леев. А при этом, действительно, вот здесь существует определенный пробел. Действительно, что с одной стороны прописали, что скоропортящиеся продукты не являются взяткой, а если мы говорим о баранчике, а если мы говорим о, ну, энном количестве меда и все остальное, то, что, скажем так, является, в принципе, ну, мед может быть не скоропортящийся, но к продуктам относится, естественно, что они имеют свою определенную стоимость. Поэтому здесь, в этом отношении, государство тоже должно разрешить этот момент, эту коллизию. Почему? Потому что тот же теленок и тот же ягненок, извините, может носить за собой, учить достаточно приличную сумму и вынуждать этого чиновника совершить определенное действие в будущем уже в пользу данного лица, подарившего теленочка. Вот на ваш взгляд, исходя из вашей практики в офисе народного адвоката, чего в Молдове больше? Это ментальность людей, ну, как минимум, отблагодарить или попытаться решить свою проблему, да, или попасть там к лучшему доктору за счет каких-то, ну, скажем так, незаконных механизмов?
Или это все-таки происходит со стороны людей, которые принимают решения или оказывают определенные услуги? Недостаток финансирования, недостаток ресурсов на государственном уровне, он просто-напросто рождает коррупцию. Что я имею в виду? Что, посмотрите, недостаток тех же врачей. Естественно, вынуждает к тому, чтобы находить врача и что-то ему предлагать для того, чтобы стать его постоянным клиентом, например, или для того, чтобы была решена его проблема. Недостаток, по крайней мере, прозрачности, например, в плане распределения публичных финансов. Вынуждает, например, того же примара искать различные варианты подхода к тому, кто является распорядителем этих финансов. То есть государство, принимая все-таки все эти хорошие нормативные акты, недостаточно хорошо проработало все механизмы именно прозрачности и плюс, конечно же, недостаточно на сегодняшний день работа по активизации юридической грамотности населения. К сожалению, при всем том, что да, действительно, я полностью соглашусь с тем, что само слово коррупция, как и права человека, наверное, мы сегодня так часто повторяем, что они где-то начали носить за собой негативный оттенок. Почему? Потому что люди говорят, о чем вы говорите, если у нас так много нарушений? Да, законодательно установлено, просто-напросто необходимо здесь улица с двусторонним движением. То есть не может быть так, чтобы вы перестали, скажем так, давать взятки, и кто-то перестал их принимать просто так на ровном месте. Это должно быть с обеих сторон одинаково начинаться. Естественно, требовать. Тут, как тот барон Мюнхгаузен, нужно вытаскивать себя за волосы из болота, иначе эта проблема не разрешится. То есть нельзя ждать, что придет кто-то и решит за нас и искоренит всю эту коррупцию. Да, население уже привыкло. Да, население привыкло, что нужно с собой обязательно что-то вложить в сумочку, для того, чтобы к тебе более благосклонно отнеслись. Но, наверное, привыкла из-за чего? Из-за того, что, опять же, я возвращаюсь к той проблеме, которую обозначила. Отсутствие наказаний. Четких, понятных наказаний за виновное действие. То есть каждый на своем месте, та же санитарка в больнице, да, которая должна наводить чистоту и порядок. Она не может просить с кого-то те же 10 леев за ту работу, которую она выполняет. Да? Тот же врач, который получает заработную плату, он не может просить что-то за ту работу, которую он выполняет. Тот же учитель в школе, преподаватель университета, он не может что-то брать больше, чем ему зарплата и так положена. Знаете, здесь может быть ключевой вопрос, что если тебя не устраивает это рабочее место и эта зарплата, и нет возможности ее увеличить законным путем, следовательно, тут уже приходится искать более лучший вариант. Но просить при этом увеличение своего финансового состояния со стороны тех, кто и так платит в виде взносов, налогов и всего остального, это просто-напросто незаконно. Светлана Андреевна, но вот если мы рассматриваем коррупцию, то этот термин намного шире, чем вот мы говорим о каких-то где-то бытовых вещах, но когда речь идет о превышении служебных полномочий, и законодатель эту группу преступлений, допустим, в Уголовном кодексе объединяет в один раздел, это все, что связано в том числе с действиями, близкими к коррупции. Или, допустим, оказание влияния на принятие каких-то решений, в том числе конфликт интересов. На ваш взгляд, стоит ли так широко рассматривать вот эту группу преступлений, потому что они где-то соприкасаются, но очень непонятно, например, для рядовых граждан. Да? Потому что, например, простому человеку сегодня, наверное, сложно понять, где вот грань превышения служебных полномочий со стороны того или иного государственного служащего, или это вот он выполняет свои функции там. Да? Потому что иногда могут требовать, допустим, документы, которые по какому-то регламенту не должны быть. То есть тем самым создавая препоны для получения каких-либо услуг. Может быть, государству стоило бы эти моменты как-то по-другому регламентировать? Посмотрите, дело в том, что, скажем так, ответственность за пассивное и активное коррумпирование у нас была в Уголовном кодексе уже много-много лет. Намного раньше, чем
практически все наше сознательное, да, в истории мы это помним, что за взятку должны были всегда наказывать и предоставление взятки, естественно. Как раз-то из-за того, что коррупция достаточно широкое явление, необходимо продумать все, скажем так, аспекты ее, и в том числе, когда мы говорим о конфликте интересов, в том числе, когда мы говорим о декларировании своего имущества, допустим, и не только своего имущества, а всех остальных своих близких, фактически мы показываем, что деятельность этого чиновника достаточно открыта, и она законна прежде всего. То есть, опять же, любой желающий может проследить за тем, что он делает, каким образом принимается решение. Почему? Потому что конфликт интересов в чем? Ну, сегодня, может быть, некоторые смогут поспорить, но это одна, скажем так, один из подводных камней в том числе. Смотрите, ну, например, всегда, ну, например, в сфере образования или медицины были семьи, которые работали. Я имею в виду бабушка, дедушка, дети. Ну, династии. Династии, да. Которые работали в одном и том же учреждении. Естественно, допустим, если директор школы является мужем, а учитель его жена, естественно, у многих может возникнуть какая-то там коррупция. Но, тем не менее, этот директор школы издает приказы, в том числе с финансовой составляющей. Ну, допустим, о премировании. О премировании, об отпуске и все остальное. То есть где-то может возникнуть соблазн того, что принять на работу, там, допустим, какого-то родственника, который будет только числиться и получать зарплату, будет сам директор и все остальное. Поэтому, чтобы избежать вот таких вот соблазнов, фактически и были приняты в том числе нормативные акты о декларировании интересов и предотвращении конфликта, декларировании имущества, конфликта интересов. А если мы говорим о злоупотреблении служебным положением, ведь здесь тоже мы говорим о том, что решения должны быть прозрачны. В каком смысле? Что должен быть продуманный четкий законный механизм принятия этого решения. Если это местные органы власти, следовательно, прошел ли этот вопрос, допустим, через те же комиссии совета, решение местного совета и так далее. Кто следит за тем, каким образом оно исполняется, когда исполняется и все остальное. Ну и опять же, те самые организации гражданского общества. Насколько они активны, насколько они действительно следят за тем, чтобы эти условия соблюдались. И не только на уровне, скажем так, того или иного проекта, а действительно чисто человечески. А вот таких вот, ну, я бы назову так, активных общественников на сегодняшний день по пальцам, опять же, можно перечесть, которые действуют, опять же, не в своих интересах, а в интересах общественных. К сожалению, все остальные пока еще моя хата с краю, ничего не знаю. Лучше меня это не касается. Светлана Андреевна, что касается процесса принятия решений, да, потому что вот есть тоже такая грань, когда власти достаточно закрыты, хотя законодательство их обязывает как минимум публиковать решения, которые они принимают, проекты, организовывать публичные слушания по проектам этих решений, в том числе привлекать широкую общественность на процессе до разработки тех или иных решений или положений для того или иного сообщества, дабы иметь широкие консультации по этим вопросам. Когда власти нарушают эти процедуры, а можно ли эти блоки вопросов тоже относить к определенному моменту, связанному именно с коррупцией? Потому что грань на самом деле очень тонкая. То есть здесь можно говорить, что это, допустим, ограничение в доступе к информации, но в то же время, например, если мы будем говорить о выставлении на аукцион определенных земель в каком-то маленьком населенном пункте, где это информация была сокрыта, интересно, чтобы она там, допустим, купил нужный человек эту землю, а другие не имели возможности получить вовремя информацию. Знаете, на моей памяти есть только одно решение, которое было местных органов власти, которое было отменено только из-за того, что не был соблюден процесс прозрачности принятия решения. Там вопрос был, может быть, где-то финансовый в области налогов того или иного предприятия. И это предприятие сумело доказать, что не был соблюден процесс прозрачности принятия решений. Я о чем? Что, в принципе, эти решения будут приниматься в нарушение общественных интересов ровно столько, пока само общество не будет заинтересовано в том, чтобы следить за всеми вот этими моментами. Да, как правило,
Смотрите, если мы слышим, там, что кого-то привлекли, по крайней мере, к ответственности, да, то его, а то. Но что ты сделал? Да, у нас мы жалуемся на то, что ой, все вокруг коррупционеры, ой, все вокруг берут и так далее, все вокруг очень плохо. Но что ты сделал для того, чтобы эту ситуацию изменить? Как часто ты просматриваешь заседание того же местного совета или проекта решения смотришь? Как часто ты готов участвовать в тех же публичных слушаниях и консультациях? Как часто ты готов какие-то принести свои предложения по усовершенствованию всего того, что делается? Ведь когда принимался даже наш закон о местном публичном управлении на основе хартии местного публичного управления, ведь как раз-то и закладывался принцип, что местные органы власти, они находятся ближе к людям, следовательно, люди быстрее смогут и активнее участвовать в принятии решений. Но, к сожалению, население все дальше и дальше от реальных действий. И, естественно, за это время происходит и распил бюджета, и все остальные, скажем так, не очень приятные моменты, которые, в принципе, опять же, остаются в зоне нашей ответственности. Просто убеждена в том, что это только мы сами оставляем такую ситуацию. А если мы говорим о какой-то перспективе, да, что в Молдове дела с коррупцией или дела будут обстоять намного лучше, у вас есть какой-то, ну, оптимистичный сценарий, потому что мы не можем отбрасывать и ментальность всего молдавского народа, потому что термин куматризм, который появился в Молдове, нанашизм, он не что иное, как элемент, который допускает варианты с коррупцией, начиная с элементов трудоустройства и решения каких-либо проблем за счет каких-либо родственников или родственного круга. И получается, что сам наш народ ментально способствует тому, чтобы не искоренять эту проблему. Вот вы видите, ну, во всяком случае, какой-то выход из вот этого порочного круга? А я вижу здесь и некоторую конкуренцию, скажем так. Почему? Потому что сейчас работают его куми, а завтра нужно, чтобы работали мои куми. Следовательно, Мы можем постучать на тебя, чтобы, простите, чтобы тебя посадили, освободили место для себя. Теоретически одно из возможностей. Нет, у меня есть оптимизм в этом отношении. Почему? Потому что, ну, просто-напросто, знаете, когда, скажу так, клетка золотая все равно остается клеткой, да, в том смысле, что она лишает определенной свободы. То есть, возможно, просто-напросто не наступил тот момент, когда будет общее, появится общее желание все-таки прекращать, давать, предоставлять, обещать, не выполнять и все остальное. То есть, когда, может быть, слишком много мечтаю, но думаю, что все-таки в определенный момент мы сможем воспитать людей, молодежь прежде всего, которая будет действовать, знаешь, в конце концов, в духе практицизма, что это просто невыгодно. Невыгодно открывать экономические какие-то предприятия, да? Невыгодно развивать населенный пункт, потому что слишком много нужно платить откаты и все остальное. Да, когда мы начнем осознавать, что это все-таки влияет не на того Федю, который там где-то живет, а прежде всего на меня, вот, наверное, тогда у нас что-то начнет меняться. И даже тот показатель, что у нас меняется законодательство, все-таки это уже хорошо. То есть где-то смогли пробить стену того, чтобы изменять. Но насколько и дальше будем последовательно активны? Да, тут очень много, да, составляющих. Конечно же, начиная с центральных органов власти, заканчивая обыкновенно маленьким предприятием, в конце концов, и заканчивая простым рядовым гражданином этого государства, который просто-напросто будет выполнять свои задачи, которые, свои права и обязанности, в конце концов, уважать. Светлана Андреевна, вот завершая нашу беседу, если мы говорим о том, куда могут граждане обратиться, если они сталкиваются с какими-то незаконными, скажем, действиями, ну, в плане того, что с них требуют какие-то дополнительные выплаты, с них требуют какие-то документы, создавая препоны, для чего, куда они могут обратиться, только ли в полицию,
скажем так, или есть и другие органы, которые могут быстро реагировать и как минимум, если не помочь, то отреагировать и создать этому гражданину возможность получить это без всяких дополнительных оплат или трудностей? Ну, тут уже за последнее время, скажем так, у нас перечень возможностей достаточно широкий. А другой вопрос, что мы, скажем так, должны от этих органов тоже требовать определенных результатов. Но посмотрите, в зависимости от того, где случился этот коррупционный акт, в конце концов ты можешь непосредственно заявить вышестоящему руководству, то есть стать осведомителем. Осведомитель — это тот работник, который исполнял рабочие функции в течение 12 последних месяцев, по крайней мере. А если не работает, то есть не реагирует непосредственно работодатель, следовательно, сделать внешнее осведомление, то есть вплоть до использования средств массовой информации. Это, естественно, Национальный центр по борьбе с коррупцией, это антикоррупционная прокуратура, это агентство по неподкупности, которое было создано относительно недавно. И сейчас, посмотрите, даже те же, к слову скажу, комиссии Приветинга, которые проверяют кандидатов на занятие должности прокуроров, судей, в конце концов, они ведь тоже, в принципе, анализируют в том числе и антикоррупционную составляющую в поведении того или иного претендента. То есть таких органов достаточно много. А другой вопрос, чтобы сами эти органы, которые должны заниматься предотвращением коррупции, чтобы они не были в нее включены. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, мы немножко раскрыли скобки, как минимум понять для простых граждан, где та грань между благодарностью и уже какими-то актами, которые способствуют коррупции. Я напомню, что сегодня гостем программы «Фокус» была начальник представительства Офиса народного адвоката в Камрате Светлана Миронова. И сегодня мы говорили о такой проблеме, как коррупция. Ну, как выразила оптимистичный сценарий наш гость, она рассчитывает, что, ну, как минимум, в ближайшее время с этой проблемой мы станем жить меньше. Ну, не знаю, в свою очередь хотел бы, конечно, поддержать, но те проблемы, которые открываются в системе правосудия и юстиции, говорят о том, что этот процесс будет не таким уж длительным. Где-то там просвет есть. Да, будем считать, что просвет будет скоро общими усилиями всех граждан нашей страны. Это была программа «Фокус» на информационном портале LoveMD. Оставайтесь с нами, будьте в курсе происходящих событий и подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях.